друзья, всем привет! Канал Новая Лада Тольятти. Сегодня мы едем на доставку автомобиля Лада Гранта в кузове лифтбэк. Цвет техно, комплектация люкс с двигателем 1.6, 106 лошадиных сил. Мы уже проехали 100 километров в пути. Сейчас направляемся мы в город Саратов к Алексею на выдачу. Алексей, жди нас, мы скоро уже будем, в принципе. Ну вот. Итак, друзья, мы сейчас гоним автомобиль. В принципе, далее мы пригоняем автомобиль Алексея в город Саратов, делаем осмотр автомобиля, там процедура оформления, ну и, естественно, выдача автомобиля. Дорогие друзья, по внешней части автомобиля комплектация у нас люкс. Двигатель 1.6, 106 лошадиных сил, мотор не втыковой уже. По внешней части у нас идут противотуманные фары, 15 легкосплавные диски, на шинах Pirelli 185-55R15. Наружные зеркала окрашены в цвет кузова, идут с повторителем. Также на автомобиле присутствуют молдинги, они окрашены в цвет кузова. Ручки дверей тоже окрашены в цвет кузова. Багажник открывается у нас кнопки. Сиденья складываются у нас 60/40, три подголовника. Сзади у нас зимние шины нашему клиенту Алексею 15 размера, 195-50R15, шины Viati. Запасное колесо 14 дюйма на штампованном диске, шина Белшина 175-65R14, домкрат, баллон и ключ. Друзья, по салону автомобиля. На дверных картах у нас идет 4 электростеклоподъемника. Блок управления наружными зеркалами, они у нас идут с электроприводом и обогревом. Кстати, обогрев включается вот здесь, кнопочка. Это обогрев заднего стекла, а также обогрев наружных зеркал. Здесь у нас идет материал такой-то тканевый, потому что на комплектации комфорт, классик Optima, классик, идет просто пластиковая такая вкладка здесь. Две передние подушки безопасности, это водителя и пассажира. Круиз-контроль вот здесь располагается у нас. Значит, декоративные вставки у нас на торпедо, можете обратить внимание, они такие вот под карбончик сделаны, красивые. Также здесь глянцево-серебристая вставка. Здесь у нас климат-система, друзья, стоит. Напомню, что в комплектациях только люкс ставится климатическая система. В комплектациях ниже идет просто кондиционер. Штатная аудиосистема, обогрев лобового стекла и подогрев передних сидений. Сиденья у нас идут с расширенной боковой поддержкой. Также регулируется по высоте, вперед-назад, естественно, и материал идет тканевый. Ну вот, друзья, мы подъезжаем уже к Алексею на выдачу нашего автомобиля. Сейчас будем делать осмотр автомобиля непосредственно уже с Алексеем. Дорогие друзья, знакомьтесь, Алексей. Вот, мы приехали к нему в город Саратов, чтобы выдать вот этот прекрасный автомобиль Лада Гранта в кузове лифтбэк, цвет техно, комплектация люкс, автомобиль 2020 года. Значит, напомню, ранее Алексей сделал заказ на этот автомобиль, сделал предоплату и заказал, чтобы мы сделали автомобиль этот с доставкой. Также дополнительное оборудование. Мы установили вот сигнализацию Starway на 93 с автозапуском. Стоимость этой услуги вместе с работой составила 13 500 рублей.
Далее, значит, мы сделали полную антикоррозионную обработку всего автомобиля, каждой арки, скрытой полостя. Стоимость этой услуги составила 4500 рублей. Постелили, положили зимние шины 195-50-15, шины Виати, шипованные. Стоимость шин составила 13 тысяч, это комплект 4 шин. Ну, в принципе, и коврики, салон и багажник полностью составил у нас 1500. Вот, мы поздравляем тебя, Алексей. Спасибо большое. С покупкой. Кстати, друзья, стоимость этого автомобиля составила 620 тысяч. Это вот комплектация люкс 2020 года. Все понравилось, все устроило? Все хорошо, все отлично, я всем доволен. Ну вот, друзья. Спасибо. Мы еще раз поздравляем Алексея. Спасибо. Вот, желаем тебе хорошего обслуживания автомобиля, ездить на нем, радоваться. Ну, все вот, будет. Да. Напомним, друзья, мы находимся в городе Саратове. Вот сейчас уже будем двигаться обратно к нам в город Тольятти. Вот. Друзья, по заказам автомобилей пишите в Viber, либо в WhatsApp, либо в Instagram заходите. Пишите туда в директ. Буду рад помочь вам с выбором автомобиля. Вот. Желаю вам хорошего настроения. Алексей, еще раз поздравляем. Все, друзья, до новых встреч. Всем пока.